Стив Джобс. Перспектива быть самым богатым человеком на кладбище меня совершенно не волнует. А вот идти в постель с мыслью «сегодня мы сделали что-то замечательное» – именно то, что меня волнует. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. И я всегда желал себе этого. И теперь, когда вы заканчиваете институт и начинаете заново, я желаю вам этого. Никто не хочет умирать, даже люди, которые хотят попасть на небеса, не хотят умирать. И все равно, смерть – пункт назначения для всех нас. Никто никогда не смог избежать ее. Так и должно быть, потому что смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Будь эталоном качества. Некоторые люди не были в окружении, где новаторство было главным козырем. Вы знаете, что мы едим пищу, которую выращивают другие люди? Мы носим одежду, которую шили другие люди? Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми? Мы используем математику, но ее тоже развивали другие люди? Я думаю, мы все постоянно это говорим. Это прекрасный повод сделать что-нибудь такое, что могло бы стать полезным человечеству. Есть только один способ проделать большую работу – полюбить ее. Если вы к этому не пришли, подождите. Не бросайтесь за дело, как и со всем другим. Подсказать интересное дело вам поможет собственное сердце. Инновация отличает лидера от догоняющего. Мы думаем, что в основном мы смотрим телевизор для того, чтобы мозг отдохнул. И мы работаем за компьютером, когда хотим включить извилины. Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь? Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Смерть – причина перемен. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому. Сейчас новое – это вы. Но когда то не очень-то и долго осталось, вы станете старым, и вас очистят. Простите за такой драматизм, но это правда. Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом. Я единственный человек, который знает, что такое потерять четверть миллиарда долларов за год. Это очень хорошо формирует личность. Хорошие художники копируют, великие воруют. Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше всего. Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив и не думает постоянно о деньгах. Создавать продукт, опираясь на фокус-группы, по-настоящему трудно. Чаще всего люди не понимают, что им на самом деле нужно, пока сам им этого не покажешь. Нет смысла толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам. Память о том, что я скоро умру, самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни. Потому что все остальное, чужое мнение, вся эта гордость, вся эта боязнь смущения или провала, все эти вещи падают пред лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Если вы еще не нашли своего дела, ищите, не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдете. И как любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с годами. Поэтому ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь. Я назову компанию «Яблоко», если к 5 часам вы не предложите лучшего.